Майлер делает хлеб. Майлер – это человек, который красит стены. Он манится. Это он отдыхает, там спит. Ну, все такое, что отдыхает. Он что-нибудь рисует. Что угодно рисует. Наверное, тот, кто эти семена молит и превращает в муку. Майлер – это художник. Майлер красит красками, а строит только кирпичами. Это делают на такой станции. Раньше это было где-то мельница, а вот сейчас не знаю название. Майлер разносит Мариэлю. Майлер делает ремонты. Майлер – это те, кто чинят ботинки.